Если волосы топорщатся, а средств для укладки под рукой нет, пригладьте их влажной салфеткой. Чтобы освежить мягкие игрушки, их не обязательно стирать, просто обработайте отпаривателем. Теперь займемся холодильником. Если вам лень мыть полки, постелите на них пищевую пленку и меняйте ее по мере загрязнения. Порезанные фрукты и овощи лучше всего хранить в фольге, так они меньше займут места и сохранят свежесть. Чтобы не завял зеленый салат, его нужно хранить, обмотав бумажным полотенцем. Ну а сливочное масло лучше всего положить в вакуумный контейнер, так оно не заветрится и останется мягким.